Сегодня в одном из торговых центров Баку, который находится в бульваре, в честь знаменитого азербайджанского пианиста, композитора Вагифа Мустафазада, в его честь, устроили концерт. В 1940 году в Баку, 16 марта в Баку родился Вагиф Мустафазада, и именно он положил основу азербайджанского джаза, от которого мы сегодня и будущие поколения будут получать удовольствие. Thank you.
Здравствуйте. Добрый, добрый. Я могу узнать ваши имена? Мне очень понравилось ваше исполнение. Спасибо. Сергей, Руслан. Руслан. Саур. А вас как зовут? Джамал. Джамал. Вас? Вы отлично играете, мне очень понравилось. Спасибо. А как вас звать? Заур. Заур. Отличное исполнение. Спасибо. Было, мне очень понравилось. Спасибо. Как вас звать? Гид. Гид? Вас как звать? Афшин. Вы? Руслан. Мне очень понравилось, вы все от души играли. Было очень классно. Поистине, я получил большое удовольствие и уверен, что все получили тоже удовольствие. Благодарю вас. Сегодня, если не ошибаюсь, 77-летие Вайк Мустафаева, да? Удачи вам.
We'll be right back.